Доброго времени! С вами магазин Кудеса Чудеса. Сегодня праздник Благовещения. Сегодня весна полностью вступает в свои права. Солнце греет все вокруг, все живое. Деревья распускают почки. Ручьи журчат. Камни шепчут. Шепчет о том, что жизнь пришла на землю и цветет. Энергии живы, жизни и счастья сейчас настолько велики, что просто глупо не использовать их себе во благо. И, конечно же, то, что может сделать любая ведьма, и ведьмы делают это, они очень долго ждали этого времени. И к этому времени у ведьм уже приготовлены новые друзья и помощники, которые будут наполняться силой. Все, что сейчас может сделать любая ведьма, да или просто человек, который не занимается магией, это приобрести себе камень. Камень, который отзывается у него внутри, который притягивает его, который смотрит на него и говорит: «Я буду давать тебе силу и энергию». Приобрести себе такой камень и класть его на солнце, просить его впитывать солнечную энергию. Сейчас солнечная энергия очень велика, и ваш камень будет наполняться ей, а потом дарите ее вам, когда она будет вам нужна. То же самое можно делать и с другими камнями. Просить их напитаться лунной энергией и давать вам ее, если вам ее не хватает. Этот камень станет вашим верным другом и помощником, вашим верным защитником и талисманом. Не упустите это волшебное время расцвета. Расцветайте сами. Будьте счастливы, несмотря ни на что.